Всем привет, с вами Алекс Ки. И вот о чем хотела рассказать. Сейчас, на сегодняшний момент, хотела рассказать про видео, которое находится на 18-м пункте в трендах. Это видео от Алексея Навального, от его штаба. Там рассказывает молодой человек о том, что он в течение какого-то периода времени гулял по Москве в поисках человек, где можно подписаться за кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Также он хотел получить информацию о программе. Вот здесь вот будет несколько кадров. Вот что меня больше всего заинтересовало. Он, значит, пришел по адресу линка, по которому ему там, значит, порекомендовали. Ну, вы можете полный видеоролик посмотреть, и ссылку я оставлю в описании. Вот, но он туда пришел, и ему также никто не предоставил информацию. Вот в чем у меня возник момент. Подобный ролик и попадает в тренды. Причем блогер вообще, наверное, ни разу не выкладывал никакое видео. При этом у него уже на тот момент времени, когда я просматривал этот ролик, было 1000 подписчиков. Возможно, это какие-то там боты или либо кто-то накручивает специально этот канал, но он попал в тренды, и также я обратил на этот видеоролик внимание. В этом ролике показано, как Путин приходит в свой штаб, которым должен был также открыться там официально в какую-то дату, вот, и там, значит, люди ведут списки, подводят какую-то статистику, но основное то, что они там собирают оригами и делают всякие там глупости в виде листовки, объявления, на котором написано «зонтик», «возьми с собой зонтик», и там девушка, которая ведет этот блог, она отрывает себе вот эту маленькую часть объявления. Что за такой бредовый формат? По мне, это, ну, если тебе приходят люди, хотят получить твою программу, ну, хотя бы сделай так, то, что, чтобы эта программа была доступная. И как он в своем ответе журналисту на прямой конференции сказал, чтобы люди понимали, за кого они голосуют, за какие идеи, которые человек представляет их интересы, а то вот все считают то, что да, за Путина, мы за Путина, мы поддержим Путина, но как можно поддерживать того человека, если у него даже нет своей программы? Возможно, когда я выложу это видео в YouTube, на момент уже будет сформирована программа политическая, президентская, но вот на тот момент времени, когда я снимаю видео, ее пока еще нет, и вот я хотел бы призвать всех, кто будет смотреть это видео, обратите внимание, что с какой халтурностью человек, который баллотируется в президенты, и вообще стоит ли на выборах 2018 года голосовать за этого человека, если у него даже программы как таковой нет. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много всего интересного. Всем удачи, всем пока.